Среди всех имен, которые занесены на карту города Николаева, есть одно наиболее загадочное. Это сухой фонтан. Оно порождает недоумение и тревогу. Как фонтан, этот источник влаги и вдохновения, может быть сухим? Тогда это мертвый фонтан и уже не фонтан. По-моему, это смысловая загадка, орешек покрепче, чем дикий сад. Чтобы со всем этим разобраться, я снова призвал Юрия, и мы отправились на экскурсию. Здравствуйте, Александр! О, здравствуйте, Юрий! Извините, я вас не сильно отвлек от созерцания действительности? Нет, я как раз именно вас и призывал в своих мыслях. Да? Чем могу помочь? Вы знаете, я вам специально вам назначил встречу именно здесь. Потому что, ну вот, перед нами такой каскад фонтан. Да, долгое время не было никакой воды, но последние лет 10 воду все-таки подают, особенно летом. Вот, кстати, и сейчас пишет вода. Сейчас. Да, тут особая атмосфера, тут дети в грязных лужицах играют, там парочки целуются, особенно подростков. Благо, что они далеко находятся от глаз своих родителей. Вот, ну, в общем, фонтан работает. Но я не могу понять, почему этот фонтан называется сухим. Сухими фонтанами называются не именно эти фонтаны, а район, в котором мы сейчас находимся. И даже не этот район. Но если говорить про сухие фонтаны, то я после прогулки по этому смогу вас познакомить с еще несколькими сухими фонтанами, которые находятся в этом районе. Ну вот, например, совсем недалеко здесь яхт-клуб. Сухой фонтан для посторонних людей – абсурдная топонимика. Однако это только для посторонних. Для коренных николаевцев это маркер, который отличает нас от всех других городов. С фонтанами и водоснабжением тут долго не ладилось. Спасское урочище на протяжении всего позапрошлого столетия было единственным местом, откуда население могло получать чистую питьевую воду. Мощный родник, находившийся на вершине Спасской балки, в береговых лоциях назывался фонтаном или водометом. От этого источника вода поступала в Потемкинский дворец, баню, кухню и другие хозяйственные постройки Спасска. Еще два отвода проложили к Спасской пристани и Спасскому бассейну. В начале 60-х годов 19 века родник давал в сутки 11 500 ведер воды. Помимо основного фонтана, в этом урочище было еще два поменьше. Один располагался на вершине балки в самом начале спуска, Бузской переправе. Второй находился на самом берегу Бузского лимана. От него была проведена первая очередь Спасского водопровода в дом главного командира Черноморского флота и портов. Именно этот источник питал знаменитый Дворцовый фонтан. После тектонических изменений в почве, возникших после землетрясения в 1830 году, затем в 1929 году 5 баллов по шкале Рихтера и в 1951 году 4 балла, эти три фонтана иссякли. К началу 30-х годов 19 века перестал бить водомет у Варваровского спуска. Источник Дворцового фонтана умер в конце 90-х годов позапрошлого века, и главный родник Спасского урочища высох во время немецкой оккупации. В настоящее время на месте этих фонтанов построены жилые дома, стадион и различные хозяйственные сооружения. Вода ушла в пустоты, которые, по сведениям геологов, являются основной морфологической характеристикой подземных грунтов современного микрорайона Сухой фонтан. Перед самой войной вода еще шла самотеком с вершины Бугского спуска. Это обстоятельство побудило городские власти построить каскадные фонтаны Бугского бульвара, которые питались самотечной водой умирающего Спасского источника. Сооружение очень гармонично вписалось в ландшафт микрорайона и стало любимым местом прогулок и отдыха горожан в 70-80-е годы 20-го столетия. Остатки деревьев древнего урочища и прохладная вода создавали неповторимый микроклимат, сделав район престижным. Здесь любили селиться партийные функционеры и городские начальники. Однако интенсивное хозяйственное строительство вновь изменило тектонику почвы микрорайона, и каскадный фонтан высох.
Вода выбрала для себя новое русло, и подвалы высотных домов сегодня подтопляются. Личинки комаров в девятиэтажках плодятся круглый год и не добавляют жильцам бодрости. Каскадный фонтан сегодня перестал быть каскадным. Электронасос гонит воду от лимана наверх, заставляя ее под напором заполнять бетонные емкости на разных уровнях. Ночью электродвигатель выключают, и наступает привычная духота. А скажите, пожалуйста, вот это тоже сухой фонтан? Это яхт-клуб, но свой сухой фонтан здесь тоже есть. Обратите внимание, это старейший николаевский арт-объект. Да. Часть Потемкинского дворца. Так называемый турецкий фонтан. 1792 года. Да, Потемкин его, ну, практически трогал, я так думаю. Да, вот как мы сейчас. Ну вот, беда только в том, что он абсолютно сухой. Хотя находится в знаковом для николаевцев месте. Да, я согласен, место совершенно замечательное, да. Вот там вдали есть мост, он отделяет реку от моря. Здесь такое спокойное пространство, есть уголок для пенсионеров. Даже когда-то был пляж. Вот сюда пристают, отсюда плывают яхты. Все прекрасно, но, во-первых, фонтан не работает, он сухой. В нем даже нет ни капли воды, он даже как пушкинский, бахчисарайский, не плачет. Хотя воды здесь, и подземной в том числе, море, и ничего не стоит запустить сюда водопровод. А с другой стороны, разве вы не видите вот эти везде присущие признаки недолюбленности, оскорбительного отношения, невнимания к знаковому пространству, которое нас просто окружает со всех сторон? К сожалению, вижу. Для того, чтобы лучше их разглядеть, я предлагаю взглянуть на панораму яхт-клуба с реки. У нас зафрахтована яхта? Да, ледокол. Вот смотрите, вот памятник Потемкину, да, то есть не путать с Вячеславом Черновым. Дальше какой-то такой совсем разрушенный яхт-клуб НКИ. Да, если идти еще дальше, то это мы увидим речной порт, из которого давным-давно уплыли все корабли. Идем еще дальше и видим вот этот вот ржавый скелет трамплина для фристайла. Я думаю, что это наш николаевский левиафан. Да, и вокруг него гниют, вот, ржавеют разнообразные разнокалиберные плавсредства. И завершает это все, да, вот недостроенное что-то, ради которого срыли целый берег. От таких ваших слов засохнет любое сердце, не то что маленький турецкий фонтан. Биография территории Спасского урочища и современного яхт-клуба драматургична. Это первая рукотворная парковая зона на Николаевском полуострове. Озеленение городов, устройство садов и фонтанов всегда считалось в Европе показателем стабильного экономического развития и безопасности государства. Только процветающие городские общины могли себе позволить содержать общественные парки, источники и водоемы. В отличие от Европы, в Николаеве природа и степной климат не могли подарить горожанам готовые парки и бульвары. Их нужно было создавать упорным трудом нескольких поколений людей. Первые администраторы буквально каленым железом заставляли обывателей разводить сады и огороды. Озеленение города было очень трудоемким и сложным делом. Первые деревья не приживались в городе. Они засыхали без интенсивного полива и должного ухода. Понадобилось несколько десятков лет, чтобы сформировался необходимый состав почвы для растительного покрова. Масштабное озеленение города и первые общественные бульвары в Николаеве появились при губернаторе Алексее Самуиловиче Грейге. По его распоряжению был озеленен юго-западный склон Спасского кургана от обсерватории до дороги в Лески. Здесь, на месте сплошных песков, которые тучей пыли покрывали город, появился парк, который сегодня еще называется Пионерским.
были разведены сады при новом штурманском училище и при Черноморской кадетской роте. Поддерживался в хорошем состоянии казенный фруктовый сад у третьего Спасского источника. В 1845 году губернатор Михаил Петрович Лазарев отдает распоряжение высадить аллею деревьев на Спасском спуске и разбить на западном склоне военной гавани сад. Именно при Лазареве этот район города начал оформляться как зона отдыха жителей. В середине 19 века Спасский сад раздробился на ряд хозяйственных и административных участков. Общая площадь зеленой зоны сократилась. На его территории появилось урочище «Сухой фонтан», построенный Воловий двор, Спасская верфь и Спасские казармы. В 1889 году обширная территория была отдана под дачи и речной яхт-клуб. Холодной зимой 1919 года местные жители полностью вырубили Спасское урочище, чтобы протопить дома. В этом же году пьяные анархисты сожгли Потемкинский дворец. При советской власти этот район стал интенсивно застраиваться. Появились ёмтовские дома, а после Великой Отечественной войны жилые микрорайоны полностью оккупировали древние Спасское урочище. Сегодня только точечные островки зелени напоминают нам о первом Николаевском парке. Ну вот вам еще один сухой фонтан. И таких фонтанов в городе десятки. Мне кажется, идея искать в Николаеве какой-то конкретный один сухой фонтан, она обречена на провал. Это то же самое, что ехать в Тулу и искать какой-то один конкретный самовар. У нас их завались, этих фонтанов. Сухих? Сухих, конечно. Да, ну слушайте, ну где же тогда находится этот сухой фонтан, если эти сухие фонтаны везде? Ну вот смотрите, для того, чтобы понять, где он находится, надо посмотреть карту 19 века. Я специально ее взял на нашу с вами экскурсию. Давайте посмотрим. Вот смотрите. В конце 19 века сухим фонтаном назывался вот этот район, который сейчас называется микрорайоном Солнечный. Ага. А место, где сейчас находимся мы, которое сейчас называется сухим фонтаном, раньше называлось Спасским урочищем. Понимаете? Не понимаю. Я понимаю, что мы имеем дело опять с чисто николаевским парадоксом. То есть сухим фонтаном называется не то место, которое было сухим фонтаном. Да. Но у меня есть идея, как это все истолковать. Мне кажется, что те люди, которые называли место сухим фонтаном, имели в виду под фонтаном что-то совершенно иное. Что именно? А фонтан жизни. Ага. А фонтан жизни в Николаеве все равно бьет. Есть николаевские невесты, есть николаевские женихи, есть николаевские дети, а значит, жизнь идет. Слушайте, ну где-то же они находят живую воду для своих фонтанов. Ну, значит, в Николаеве еще не все потеряно. Тебя обниму, город мой, как ты прекрасен во мраке. Прижимаюсь щекой и никак не пойму твои вечные тайные знаки. О, это пыль площадей, силуэты людей, твоих жителей видели разные. Улицы праздные прячут по норам подвалов тени смешных ритуалов. На булыжном одре спит безумная ночь, а в костре горят дневные печали. И белье во дворе
словно птица не прочь улететь, но крылья устали. Слышен цокот копыт, а шлагбаум закрыт. Время позднее, осенью ржавою, дым над державою, и как ни в чем не бывало, сотни пустых пьедесталов. Стене проступает кино обо мне, каким я даже и не был. Я увижу во сне все, что было давно и ушло не в землю, но в небо. На ступенях своих город пишет мне стих, зашифрованный кованым островом. Над полуостровом, как вавилонская башня, символ победы вчерашней.